приехали. Без муиков. Лампу подрубить. Темновато. Спасибо, я знаю. Наверное, немножко повыживаем. Вот этого меча надо прокачать. Так, мародер или легковес? Я пошел в мародер. Как я понял, по паутинке. Так, если он сожрет это, он еще и сожрет вот это. Отлично. Жри. О, Хайденфилд оставим. По красоте. Вот это шикарненько. Так. Сострадание, скользкое мясцо. Угу. Ну, надо сострадание. Так. Ай, блядь. Ключа, не надо нам ключа, дальше заряд к аптечке, но от аптечки еще ладно. Блядь, и все равно это говно пришлось брать. Возьмем Хайденфилд. Так, здесь у нас что? Остальное позади и ботаника. Скорость лечения увеличивается на 10%. Батарейка или батарейка? Вот это выбор. Что бы взять? Наверное, батарейку возьму. А то бы пришлось батарейку брать. Выборы 2018, хули. Так, удача. Ничего себе тут. До саботера идти долго. Ага, все, кончилось, да? Окей, что мы имеем? По перкам. А по перкам у нас абсолютная
А, не, о, еще 10. Все равно какой-то шлак. Шлак. И все перки первого уровня. А, не, вот второй. Ох, даже третий. Ничего себе. Железная воля. А у бомжарика такого перка нету, да? Нет. Вот то, что железная воля третьего уровня, это вообще топчик. Топчик, топчик. А первый уровень сколько дает? 50-10. Эффект лечащих предметов. Может попробовать двайтиком побегать? Конечно, как у бомжихи, городской бег вообще бы был шупер, прям шупер-шупер. Ладно, пока бомжой побегаем. Потом поглядим. В принципе, можно и двойтиком. О, вот это лобби. Блять, ничего не меняется просто в играх. Одни и те же баги. Из патча в патч. В любой игре. Абсолютно в любой игре. Интересует один вопрос. Для чего тогда выходят новые патчи? С фиксами и прочей хуйней. С какими фиксами они выходят? Вот этого я не понимаю. Два бага исправили, три бага добавили, блядь. И старые баги еще остались, оказывается, потом. Вопрос, что делал патч? Просто так занял место на компьютере и все очередное нах. И смысл патча? Ну че ты, Гашек? Поротыши. Бегай быстрее, ты пошли умирать. Субботний вечер. Так, все. Настроили, все наладили. Погнали.
палит контору. Сейчас на шифте полетит. Вот сейчас спринтуха-то понадобится стопудово. Пизда, она всех видела, бля. Я побег дальше. 6 соток срублю. Чё, постал сухий? Работаем. Да, нормально у нас стало сухо. Чисто по рашу работаем. Рашим геники. Повесит. А, ну ты по красоте делаешь, мадам. Мордой сейчас завидел. Ай, жара. Ты че тут бегаешь, чума? Херово подстриженная. У нас два гена осталось. Эх, гена, мой сосед. Оп, ее вылечили. Ну что-то. Очень изичный маньяк. Прям очень-очень изичный. А, он еще и ливнул. Лох. Просто лох. Челик сгорел. Очень жестко сгорел. Дай Марс. Дэм. Ох, хуя. Если это он на фотке, то, бля, дружба. У него есть Twitch. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он не в сети. Жаль. А, так он русский. Катаем в ДБД. На фотке это полюбас у него. Потому что Twitch-то какой-то школоты. Так, ну-ка. Ютубчик. Работает.
Как же у него... Это пиздец. Это просто пиздец. Какой же у него дерьмовый микро. Он просто жестко фонит, ебать. Просто тупой, тупой школяр. Раковский челик. Стример, это стример был. Это был стрим. О, боги. Он типа косит не подшкольник. Но на самом деле шкала та еще та. Чё по пингу? У-у-у-у. Ну да, я тоже так думаю. Там правильно тетенька сделала. Найдем, наверное, другого маньячика. Более. Этого. Не пингованного. Тишочек, нормалечек. Так, 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 так. Пум-пум-пум-пум. Зайдет один. Тетя. Ничего себе. У тебя щечки. Что-то у них так у всех. Прям так у всех так прям. Все плохо. Часиков так мало у них наиграно. Вообще скрыт. Ну да ладно. Кладетка 4 часа, бля. Наиграно, вот это. Вот это, наверное, будет очень-очень-очень-очень плохо. Сколько всего. И... прям все богачи такие с подношушками. Ща будет чувство интересная каточка. Сядем поудобнее. Так, поехали. Нагиб прогиб ща устроим. А вот окошечко надо открыть. Что-то как-то душно. Тум-тум-тум-тум.
Телочка. Сканула и не пошла, короче. Я понял. Я все понял. А не, все-таки пошла, смотри-ка. Судьба, видно, не судьба. Далеко, да, улетела? Хуй такую скорость-то набрала я. Вообще нормально. Изично, изично. Что ли у этого геника сидит? Там кладетка пришла. Нет, уходит. Да, на медсестре она, конечно, жестко долбит. Оп, еще один геник. Блин, я ж так очков не получил. Надо заводить. Бля, даже первый раз на медсестре это лучше сыграл. Даже без перка. Туповато немножко. Будто у этого геника, что ли, теперь сидеть. Тетенька, их тут много, кстати. Там еще один есть. Реально будет около него сидеть. Ну и хер с ним пойду, он тот звонит. Да, маньяк-то, походу, тоже там от силы часа два наиграл. Опять
тоже ливнет. Она даже вырубила кого-то. Всякие империи будет стопудово. Прям вот 300 пудово. Ага. Вон где воротина. Типа не кемперит. Сняли, да? Вот говно. Да, у нее еще этот оказался. Опа, порча, смотри-ка, порча. У нее, походу, адреналинчик был, потому что она так резво хопа. И виздоровела. Что здесь люк есть? Снова кого-то убежал. Ну мы, да, тоже уходим. Тоже убежали.
Текс. Опять Кротус. О, как раз хил убили. Бать, один уже коцан. А вот здесь будет весело. Окей, я понял. Ищем тотемчик. Так, одного запилили. Суперски. Так, это не он. Еще одного запилили. Это очень суперски. Здесь, да, здесь будет изи. Блять, вот. Так, еще тотемчик, но это не тот. Блять, он этого-то вырубил. Ебать, жара. Беги. Это очень изично. Я бы даже сказал, пиздец, как изично. Ни одного генератора. И уже трое лежат. Блять, это пиздец, это очень изично. Так, у этого стояк, походу, или нет? Его подняла она. Ничего, походу, со стояком просто. Так, а здесь еще и крюк, ёптать. Что-то мне кажется, блять, они специально что ли сливают, я хуй знает. Так, надо эту отхилить, бабенку. Бабьёнка, ты где? Так, один отъехал, и второй, походу. Ну да, они, походу, специально. Слева. Ой, блядь, зачем ты это сделал? Пиздец. Ну все, это борода ебнутая, блять. Шоу хилить я. Здесь, да, здесь очень изичная чела. Блять, они просто с первой минуты слились нахуй. Галаху, как можно быть такими тупыми, блять? Да, давай, сдохни, короче.
здесь умер. Борода. Трын нахуй. Бля, какие же они тупые все-таки. Вот это Тима попалась. Вообще жесткая Тима, бля. Ну что-то мне кажется, те два ублюдка они специально слили. Суицидеры вот это. Прочая хуйня. А у меня вроде подношение альтуризм было. Вот я что заметил, всегда, когда берешь альтуризм, в команду ты таких, блядь, конченых. В принципе, что и сейчас было. Ох, этот еще хуже. Ну, блядь. Ну, короче, челики, блядь. Вот что у меня было? Да, альтуризм. Короче, подношение альтуризм это, блядь, самое конченое. Таких хуесосов дают в команду сразу. Это просто сказка. Что там на улице происходит? Давай. Хули наливай, чё ебано. У тебя есть что бухать? Возьму-ка я лучше выживание. Пизду этот альтуризм, блядь. То опять хуйвалу какую-нибудь мне подгонит. Все почитал. Кончита. Пизда, а я дома. Прям на работе бухаешь. Бери бухло, приходи. Мои двери открыты. Сраками катки катаю.
И они, походу, тоже сраками катают. Вот они точно своими сраками катают, блядь. То, что руками так хуёво играть. Не знаю, невозможно, наверное. Чё, блядь, клавиатура все время уезжает? Оп. Звоночек. А чё тут дверь, блядь, заперта? Вы чё, охуешь? Где он? Блять, а где он? Так, траппер. Окей. В окошечке будем поаккуратнее лазить. Сука. Ублюдки сюда привели его. Высера. Нахуй, пойду-ка я другой заводить. Геник прям в таком ублюдском месте стоит. Так, кого-то он поймал. Потом эта писюлька маленькая, конечно, была. Еще ухо чесалось. Блять, не вовремя все, а? Бля, только не с моей стороны, пожалуйста. Спасибо. И он мне тяпнул. Бля, мне понравилось. Дэч только, бля. Опиздили вас. Ну и томагавком по голове прошелся. Бля, да что такое-то? Все, заклинание произнес. Догнал. Арбуз. Давай, давай. Хасло. Давай хасло, чини. Продажный мусор. Кинул меня. Имбецил! Ну-ка, дед, уйди. Уйди, дед сказал. Уйди, сука, старая. Падла. Старая падла. И чё ты стоишь? Ой, сука, старый, бля. Зафейлил тёлку. Там два гена. Он будет сейчас подламывать. Там, возможно, есть капканчики. Ну да, хули. Чё же сделать, когда он рядом ходит? Снять челика, чтобы он опять повис. Это же так логично, бля. Ух ты, он промазал.
как четкие пацаны на картах. О, чума, ты тут чинишь? Без меня? Давай щель. На нас вся надежда. Ай, блядь, палец хрустнул. Оп, челик отключился, красава. Ливнул ублюдок. Чтоб у него руки нахуй атрофировались, пидораса, блядь. А хотя он руками не играл, ебал он, наверное. Здесь никто не чинит, здесь никого нет. Забайтил его на тишину. В принципе, сейчас можно не бояться, даже если он их поймает, найти люк и убежать. О, тем более он кого-то нашел. Заводим, сидим спокойненько. Ворота рядом. Вообще все спокойненько. Еще одного нашел. Тем более спокойненько. Вырубил этого. Отличненько. Сейчас понесет вешать. Это телка, походу. Что, будут ее снимать, не будут? Не, я снимать не пойду, пока воротину не откроют, а стопудово. Смысл ее снимать, когда воротина закрыта. Да бля, я не успею ее снять тоже. Она сейчас сдохнет. В пизду, короче. Она все равно померла. Бежать туда на шифте смысла нету, а на картах идти, бля, я бы один хуй не успел. Ты зря сделал.
ты очень зря сделал. Я так и знал, что он его забейтит. И так и получилось. А видно не судьба, видно не судьба. Это что сейчас были за звуки? Ну ладно. Сделаем вид, как будто мы их не слышали. Совсем. Да не, наверное, здесь без подношух побегаем, потому что мне кажется, здесь будет глючить. Скорее всего. Телепортировать, поэтому. Ну и он. Нахрен. Киска. Киска. Кис, 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 кис. Блять, ты далеко, мне неудобно тебя гладить. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Так. Итак. Что же у нас здесь? За маньяк. О, Двайтик, здорово. Таро, братуха. Зайчиха, бля. Я спалился. А, сука. Говно. Спалила с первого раза. Блять, не пучи телефон. Ненавижу эту почту, ебаную. Всегда хуйню не вовремя пришли. Рак ебучий, просто на первых минутах уже слился. Сука, додик, блять. Давай, библиотекарь, снимай меня. Кларк Кент, блядь. Спину-то потри мне сразу.
красоте, братух, по красоте. Четкий паря. Так вот и делается. Все, больше я не попадусь. Я основшилась, просто проверял. Будете вы меня спасать, не будете? Чтобы понять, есть вообще смысл здесь играть или нет. Вас спасать. Вот очкарик спасу. Чертовщина тут чинит. Опа, на 150 просто. Спасем. О, зеленая аптечка. Вот это ты хорошо не проверила. Здесь бы можно было перепрыгнуть. Хума через ящик. Через верх. Она не кемперит, да? Типа, не, я не кемпер. Я просто рядом хожу. Так, ну чё, ребятки, у нас осталось, в принципе, два генератора. Этот так-то почти даже наполовину заведен, вообще шикарно. И вон там два генератора рядом прямо. Да не, нормально. Воротина здесь и воротина там. Вот то, что воротины очень близко друг к другу, это вообще говно. А там подбитая бежит. Так, у нас все захилились, да? Опа, блядь. Я думаю, что он перестал заводить, понял? Полюбасы еще где-то есть геник. Я думаю, что есть все-таки. Три геника, да, отлично. Вот этот почти заведен. Причем она его даже не сломала. Шикардос. Опа, у нее адреналинчик. Бахну. Так, эту воротину открывают. Ту воротину.
она в ту идет как раз. Да, она ее рубанула, да? Ух ты, сука, Сандрик попал. Тварь. Ты гляди, какая падла. Ща-ща-ща, не ссы, подними. А, уже подняли. Это вообще супер. Эту воротину тоже открыли? Да я уже сам, все, спасибо. Валим нахер отсюда. Че, где они? Тоже сваливаем нахрен отсюда. И зично. Без перков, в принципе. Нормалек. Ей надо было бегать, 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 за всеми бегать. Она одного повесила и давай вокруг него наяривать. Зачем? Смысл? То хотел аптечку убрать. Сволоши. На-н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 а. Так. Тихо-тихо-тихо, аптеку-то не убрал. Ребзи, зеленая, вы че, я из зеленой аптеки не пойду. Я же бомж. Я без вещей попрошу. Что-то у нас не открылось. Интересно, интересно. Маньяк взял крюк дополнительный, что ли? Что-то я не посмотрел, там маньяк, не маньяк поставил. Вроде маньяковский крюк-то был. От этих крюков дополнительных. Еще крюков так ты до усрачки. Досок мало стал. Крюков много. Крюки восстанавливаются.
тем более, что они восстанавливаются. Где еще мог появиться? Конечно же, в подвале. Хуёво, что сразу не на крюке. Опа, это не бензопильщик наш. Че, радиус террора, что ли, такой здоровенный, бля. Так, один коцанный, второй теперь коцанный еще. Что за маньяк, интересно? Траппер. Что-то подлагивает немножечко. Понял, почему так сердце билось. Он ловушку ставил. Не зря решил проверить. Чуйка, чуйка. Чуйка не подводит. Просто по красоте. Чуваки, ну раз траппер, ну блять, ну будьте аккуратней. Тут же ежу понятно, что он траппить будет. Проходы узенькие. Всякие окошечки, досочки. Блять, еще один. Да вы что, прикалываетесь, что ли там? Ой, додики, ой, додики. Ща я так же, блядь, бах в капкан, нахуй. Блять, а вы че, ребзики? Там сговорились, что ли? Нахуй ты ко мне-то поворачивался? Здорово, здорово. Ёбнутый, просто ёбнутый чел.
запоминай, где он трапу ставит. Да блядь. У меня этот чел умер, короче. Мало того, что он подбитый, он еще и пробитый, блядь. Вот, чувак, беги, блядь. Ну, сорян, извини уж. Ах ты, бля. Давай, тащи меня первого. А, сука. Не, теперь его первого тащи. О, давай, 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 давай. И он спрыгнул. О! Вот это изи. Нахуй надо из этого дома съебывать. Пацаны, уберите капканчик. Оп, я упал. Бля, надо было сразу из дома сваливать. Так, главное, чтобы он теперь меня не донес. Поехали. Ух ты, сука, ты посмотри на него. Ты посмотри на него. Блядь, да перед ним-то выбеги. Ой, ты шаг усатый, блядь. Просто реально усатый шаг. Отвечаю, вот он еще и, сука, и мне вторую стадию сейчас сделает. А у меня сейчас будет вторая стадия. Ну, ублюдок, короче, и сам сдох, и меня еще запорол. Вообще, вот таких вот наглых, блядь, никогда не переносил на дух. Прямо ублюдки, вот это вот, самые ублюдки, вот такие наглые, которые, блядь. Всегда вот, блядь, абсолютно всегда вот эта наглость заканчивается вот такой вот хуйтой. Смысл, блядь, снимать, когда он впритык стоит? Тут ежу понятно, что он пизданет, и все, и опять упал. А то, что ты снял, и он опять повесил, это уже вторая стадия, блядь. Ну, блядь, тупой. Вот этот усатый ублюдок, он просто тупой, конченый гандон.
блять, он меня видел. Угу. Хуй на руль тебе, чмошник. Сука, он прочухал где. Все, я упал. Блядь, надо было все-таки убегать. Надо было убегать. Он пошел в ту сторону, туда чесануть. Тупанул. Я думал, блядь, он убежит. Вот, блядь, железную бы волю еще, конечно, вообще было заебись. Вместо стояка. Да, усатый, конечно, сука, пидорас еще тот, бля. Братан, я восстановился. Подымай меня, подымай. Старый, я восстановился. Ну все, пизда старому. Он его нашел. Ну все, пиздец, блин. Держите его семеро, нахуй. Ну да. Где же спрятаться-то, хуль? В траве. Старый тупанул. Так, сейчас найду люк. А, он меня видит. У него олень. У него олень, походу. Что он меня видел? Не фартануло. Все, сука, усатый виноват. Пидорас, блядь. Вонючий нахуй. Юпитер, блядь. Юпитер. О, хуйло бежит, я. Мразота. Часов у долбоеба. Олежа я. Хули, все понятно, Олежа. Еблан. Тупорылый. Да, олень у него был. А, вот как он меня спалил, сука. Вот как он меня увидел, когда я хилиться начал. Молодец, че? А вот этот ублюдок усатый не молодец, он пидор вонючий. Падал, сука, и говно. Ублюдок! Я на в морду въебашу его, усы, блядь, отвалились. У него усы, как у триперной лисы. Да, киска? Тебе похер, ты спишь. Пам-пам-пам-пам. Амана посмотрел. Нани! Нани! Ой-ой-ой, крышечку потерял. Так, не открылась. И открылась.
не сопи. Хуя кошара храпака ебашит. Хуя ты как паровоз храпишь, ёпта. Алло. Аркадий Паровозов. Проснись, ты серишь. Я и не сплю. Бля, чая-то нет. И пива-то нет. И водки-то нет. Ничего нет. Вискарика нет. Блять, вообще ничего. О, Кротус. Кротус? Опять Кротус? Хил били. А, это походу опять этот. Челик. Нахуй запилил дверь мне запили. Интересно, он меня видел или нет? Походу нет. Беги, как никогда не бегал. Блять, он еще одного вырвал. Да, это походу этот же челик. Ебать, он пилит. Он только на Кротусе походу играет. Тут бегать проще. Местечок больше. Да, это он. Это он. Хуй в баллон. Надо искать тотемчик. Нашел. Сейчас ко мне прибежит стопудово. Нет. Запиликал кого-то. Я подарю надежду на спасение. Обманули дурака на 4 кулака. В этой катке, сука, мы победим. Ну ты почти не спалился, чел. Давай, 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 заводим, заводим, заводим. Прикалываешься, что ли? Сука, вот урод, бля. Нахуй я тебя снимал, пидораса вонючая. Пидор, два раза зафейлил. Бля, как у него ник-то?
Какая мразина. Абразина, блядь. Два раза, сука, зафейлил. Два, блядь. Ребзики, давайте заводите генератор. Чего вы эти тюлечки-то мнете? Изи-пизи, жопа в слези. А, этот пидор метка. Снимайте этого-то додика, ебать. Вы чё? Шо, мимо? Ща ёбнет. Да, так и знал. Туплю. Да-да-да, это я, конечно, ступил, пиздец. Это я жестко тупанул. Не спорю. Грязь какая-то на мышке. Здесь, да, здесь я тупанул. И все втроем побежали, блядь. Ебать, еще и... А, пиздец. О, бля, я ебу. Я придурки, блядь. Боже мой, сука. Я в ахуе. С того, насколько они ущербные, бля, ребята. Это жесть. Один геник, блядь, завели. Один! А, ты не хочешь их снимать? Бля, я тоже не хочу. Ты, сука, фейлишь. Здорово, здорово. На какое? На канал. И на свое. Хули, тупой, как дерево. Схожу, куплю пивасик. Стану умным, пиздец. Жуна! Сука! Как ему фартит? Ну, блядь, чё, на пиле заебись играет, кстати. Красава, чё? Молодец! Пили играет нормально. Сука, чупакабра, бля. Съебан, дура. Почему за мной? Нет! Не надо за мной, бля! Беги за ней! За ней беги, беги за ней, сука! Во-во-во-во, беги, беги, беги!
шептано тебе сегодня. Ребята, один генератор это вообще не серьезно. Вот серьезно, не серьезно. Блять, как же долго хились. Пиздец, блядь. Прям под ударно. Он просто бежал пол карты по прямой и попал на нее, блядь. Вот как так? Почему она не убежала-то, ебана? Бам, сдохла. Сейчас вот этот геник завожу, и все, и надо как-то... Значит, я вообще не понимаю, это пиздец какой-то, серьезно. Блять, так резко развернуться, я хуй знаю. Ровно в этот проходик попасть. Ну, чё-то странный чел, блядь. Я умер. Странноватый, блядь, какой-то. Он меня рубанул-то вообще уже как-то за углом, прямо пиздец. Ищи люк, додик. Возьмем что-нибудь. Че возьмем? Храбрость, мышь, блять. Храбрый, да. В пизду выживания возьмем.
Ну, посиди, посиди. Чё у тебя, бля, ночные смены, что ли, начались? Всё, уселся, нормально. Оп, ферма. Надо было Hidden Field поставить. О, рядом с крюком. Хороший знак. Значит, в игры победю. Это знак победюна. Все понятно. Все с тобой ясно. А у нас один не загрузился. Траппер. Там капкан поставил. Опа, коробочка зеленая. Ну, главное ее не просрать. Так. Кто-то отхватил. Так, где-то тютюкал. Недалеко. Бля, и деньги-то все в одном месте. Вот это... Чё за невезуха-то такая? Прям вообще близко друг к другу все. Отлично. Шупер! Спасать я его, конечно же, не буду. Как-нибудь сама. Сами, сами. А ее вообще никто не хочет здесь снимать. Но надо. Надо. Сука, увидел меня. Ублюдок.
Блять, это что за лаги начались? Пиздец. Что это за лаги? Разглядел, черт ебан, в траве, бля. Оп, красава. Блять, тупые, я отвечаю. Как так можно? Надо хули спасать. Опа! Давай, 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 ломай! Я как раз ее сейчас отхилю. О, по красоте! Под ноги смотрите, барышни. У нас 98% затащить эту каточку потно. Ладно, хуй с вами, я затащу вам ее. Очередной лохапед. Ну, блядь, хотел я, конечно, не такую изичную каточку. Ливер, нахуй, как колбаса. Хоть и репорт, они даже не работают, ёпта мать. Такс. Что у нас с добыдулечкой на сегодня? Усё? Кинец? Переходим к кинец.